действительно может получиться. Давайте. Но мне бы хотелось, чтобы там было немножко оптимизма. И немножко ожидания. Не, однозначно, однозначно. Вот я приглашаю вас. Прежде всего вас. В субботу. Будет Белл-Питнесе, будет праздник. Будут какие-то там мероприятия, будут соревнования. Буду я выступать. Надеюсь занять первое место в своей возрастной категории. Отлично. Там Джинни, там все такое. Здоровые мальчики. Вот идти спросить, с чего? Логично, логично. То есть, вот этого нельзя. А что можно? Логично. Что, как лучше? Выставка нужна такая? Очень хорошая выставка. Выставка, как вы считаете, ваше мнение? Нужна такая? В школах ее детям показывать или не надо? Выставка.